Начинаем с весьма приятной новости. Турция теперь уж точно, встречая российским чартерным рейсом, разрешено летать в соседнюю страну. Документ подписал премьер Дмитрий Медведев. Накануне соответствующий проект внес... Проект документа внес Минтранс. Авиакомпании уже могут подавать заявки на полеты в Росавиацию. Договоренность о возобновлении авиасообщения была достигнута в начале месяца в Стрельне. Там после кризиса в отношениях двух стран встретились Владимир Путин и Эрдоган. Реджеп Тайип Эрдоган. Последний заверил, что наши туристы на территории республики будут в полной безопасности. Берег турецкий существовал без российских туристов почти полгода. Отрасль потеряла миллиарды долларов. Но теперь, видимо, в короткий срок она восполнит быстро все свои потери.